Всем привет, сегодня у нас новая игра LA Noir. Играю в Стиме, официальная версия, со всеми DLC, Complete Edition называется. Купил за 27 евро. Да, дорого была она на скидке, но игра стоит этих денег. Мне она очень понравилась, я видел, как кто-то проходил, я решил сам пройти, потому что очень хорошая атмосфера в игре, стилистика, все это очень мне понравилось, я решил с удовольствием поиграть. Ну что ж, это у нас такое меню, вот мы видим прочее, настройки, дела, продолжить новое. Окей, настройки. Вначале я покажу, какая у меня тут настройки. А, все максимальное я поставил, качество. Здесь тут быстродействие, сбалансировано качество, все. Единственное, что можно поменять. Масштаб текста я поставил максимально, яркость чуть повыше. Можно вообще черно-белую игру поставить, играть в черно-белом варианте. Тоже прикольно будет. Ну, конечно, я так делать не буду. Ну и субтитры включены, потому что игра на английском языке, и все только переводится с помощью текста. Камера, не знаю, что там со звуком. Диалоги, эффект. Ладно, это потом поменяем чуть что. Ну что, начнем новую игру. Меню, как вы видите, очень красиво сделано. Очень стильно. Видите, чувак присел, видна его тень. Здесь стоит тачка. Здесь идет какой-то туман, типа, или что-то испарение какое-то. И получается очень красиво. Также и тут вот класс, просто класс. Ничего сказать больше не могу. Вода красиво течет. Игра сделана с душой, поэтому она мне понравилась, и я ее сразу же взял и купил. И буду проходить. Ну что, поехали, новая игра. Здесь, я так понимаю, сложности нету, сложность только состоит в том, что насколько ты хорошо проходишь, то есть можно идеально пройти, а можно не очень идеально. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, a symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe. Это наш персонаж, я так понимаю. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. А может быть и нет? A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. City of pioneers. Они не могли написать Голливуд, написали Голливудленд, потому что они не могут использовать чужие права, и могут быть проблемы потом с копирайтом. Даже город, походу, здесь вымышленное название. Ну, потому что это Rockstar, они создатели GTA, и они все так делают. Но вот эта заставка, она просто офигенная, она очень стильная. Вот идет чувак, проходит, появляются титры, например, да, буквы. Игра происходит в 1960 году, по-моему, в 60-х, по-моему, если я правильно понял. А нет, не 60-е, наверное, раньше. 50-е, наверное. Конец 40-х, начало 50-х. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. Первое задание. Whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. It is 16 William, request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam, en route. Чё, выезжаем? Большая тренировочка у нас тут. Here we go again.
don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Never the optimist. Than the beam of sunshine itself. Нажмите H, чтобы включить сирену. Окей, сирена. Машина сейчас должна разъезжаться, нет? Не, не разъезжаются они. Они просто не едут никуда, стоят на месте. Ну вот, приехали мы на место, переулок, где было совершено преступление. 10.12 PM. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Окей, давайте искать оружие. Нужны улики. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Тщательно перечесывайте местность на предмет улик. Ходите с напарником, нажмите пробел, чтобы спросить. Окей, давайте все проверим. Музыка затихает, если все улики в данном месте обнаружены. Звонок колокольчика, вибрация контроллера и символ лупа показывают на то, что звуковые индикаторы помогут вам расследовать, включить и выполнять свою задачу. Звон колокольчика или символ указывает, что рядом находится... Так, мы можем бутылку посмотреть, можем почитать газетку. Давайте бутылку. Что у нас тут? Так, окей. Как назад? Ага. Сейчас будем тренироваться, как играть в эту игру. В газетных статьях содержат сведения о событиях, которые могут быть как-то связаны с вашим делом. Говорю тебе, лично не достают дурацкие дела. Нажмите, чтобы посмотреть историю заголовка. Доктор Фонтейн, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon? Or Courtney Sheldon. Sheldon, okay. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue. And collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Shift. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, so far away. It's like he's wandering around. We went through a lot together. Yes, Doc. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, or your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Mm-hmm. У Шелдона есть друг, который психически... We're never gonna find it. It's a waste of time. Психически болен после войны. Ясно. Так. И профессор сказал, что поможет ему. Постарается помочь. Окей, назад. Как тут еще что можно?
Бутылка это все, окей. А где тут лупа? Найдена газета. Одна из 10. Один из 13. Так, снова не то, это бутылка. Тут можно ходить и просто мышкой кликать. Если есть какая-то улика, то я сразу что-то увижу. Кстати, хорошая игра, чтобы английский подучить. Очень хорошо. Произношение хорошее у них. Так что поэтому я в нее решил поиграть, немножко подучить. Некоторые слова. Так, ну ладно, здесь ничего. Там мы газетку нашли. Здесь какие-то коробки, какая-то тачка стоит. Пожарная или какая она? Нет, обычная тачка, просто красного цвета. Да. Можно наверх подняться, можно туда пойти. Ладно, здесь я пока ничего. Я вначале снизу посмотрю, потом наверх уже пойду. Так, что, мы можем сюда запрыгнуть как-то? Ага, окей. Я просто еще управление не понял. Я так понял, что правой кнопкой мыши можно сюда забраться. Так, я посмотрю. А, не, он сам по себе. Я ничего не нажимал. Окей, что у нас с тачкой? Что здесь? Инстахит. Чья тачка-то? Ничего с ней нельзя делать, улик никаких, окей. А как-то мне говорили задний вид. Что-то я забыл, какой-то кнопкой мне говорили. Так, 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 а что это? А, С. Меняем вид камеры, окей. Поехали дальше. Какая-то дверь, мусорка. Дверь, наверное, закрыта. Да, дверь закрыта. Сломанный стул. Это не улика. Что у нас тут? Ничего. Так, звонок колокольчика или символ лупы указывает. Окей. Поехали сюда. Новая улика, пятно крови. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. То есть, а вот сверху типа пуля туда пролетела, да? Вот смотрите, разбито все. Не знаю. Ну, пока ничего не вижу, если честно. Это как тренировка, но я просто пытаюсь что-то найти, но ничего не могу найти. Нажмите, чтобы открыть блокнот. Так, а что это за... А, таб, окей, таб. Люди, улики. Так, окей, давайте посмотрим, кто у нас. Список фигурантов дела. Скутер Пейтон. Скутер Пейтон. Негр застрелен двумя выстрелами в упор. Изучить улики. Пятно крови. Так, больше тут ничего нельзя нажать, я так понимаю. Следующий. Подозреваемый в убийстве. Давайте по нему посмотрим. По словам свидетелей, высокий белый мужчина. Улики. Пятно крови, все. Больше ничего нет у нас. Окей. Красиво сделано вот это все, стильно, поэтому мне и понравилась игра. Так, детектив Флойд Ройс, темно-карие, возраст 42, каштановые волосы, следователь отдела по раскрытию убийств, первым прибыл на место преступления, изучить улики, пятно крови, окей. Все, здесь мы ничего не видим, это все люди у нас были. Что дальше у нас? Улики, пятно крови, да? Мы можем нажать, тоже ничего нового нам тут не покажет. Окей. Что еще есть? Места. Что у нас места? Переулок, где совершено преступление. Переулок, где совершено. Джесси Стрит, 15-17. Окей. Текущее место. Так, это я снова левую кнопку нажал. Тут ничего нет. Окей. Нам нужно найти оружие. Окей. Вначале я просто посмотрю все здесь. Все, дальше, я так понимаю, идти нет смысла. Это как бы уже не наше место. Нас это не касается. Можно сесть в машину только здесь. Ладно, вон там еще дверь есть. Пойдем к двери.
Кстати, как бегать? Со шифтом, да? Ой, снова я нажал. Окей, пойдем сюда. Опа. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Так, значит, вот там оружие. Нам надо туда пробраться, окей. Я еще посмотрю, может быть, здесь улики. Так, бутылка не то. Я просто люблю все посмотреть. Эта игра такая неспешная, что тут спешить куда-то. Is there a way up from the outside? Подойдите к водосточной трубе. Окей. Вот она. Поехали. Поперли наверх. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Так, и нам надо еще выше, да? Или что нам сделать? Как мы отсюда вообще куда-то подойдем? Не, ну можно вот, наверное, доску эту взять. Нет, нельзя. I don't even want to think about what that smell is. Может быть, наверх залезть? Вот труба есть, может быть, он... Я не знаю, зачем он сюда залез. А вот что-то, кстати, смотрите. А, пистолет здесь. Это отражение было. Я думал, он там лежит. Сверху. Используйте, чтобы взаимодействовать. Ну, давайте посмотрим. Удерживайте, чтобы камера сфокусировалась. Подождите. Когда заметите приближение камеры, удерживайте, чтобы камера сфокусировалась на данной точке. Smith & Wesson, serial S71893. Так, мы узнали номер пушки, мы можем узнать, где ее купили по этому номеру. Опа. Двух патронов нету. Что еще можно увидеть? Все. Информация о найденных уликах заносится в блокнот, можно посмотреть. Все, короче, здесь больше ничего нету. Улики. Револьвер. Серийный номер. Из него сделано два выстрела. Окей. Инструкция. Что у нас в инструкции? Текущий ранг. По мере того, как ваш герой получает опыт и новые звания, он накапливает баллы интуиции. Их можно использовать при расследовании дел. Ага. Пока что у нас этого нету. Задачи. Перестрелка в промышленном квартале в комнате. Наблюдает та-та-та-та-та. Смотреть место преступления. Короче, мы назад, наверное, спускаемся. У нас есть улика, мы нашли. Все, поехали. There's a place a couple of blocks from here. Ну чё, поехали тогда проверим. У нас есть серийный номер, мы можем проверить. Наша тачка здесь. Кстати, здесь есть еще...
Здесь есть еще что-то сверху. Эх. You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ладно, тут ничего нету. Я на всякий случай проверил все. Че, поехали? Садись. Кто за рулем? Я за рулем. Так. Пока что не показано, куда ехать. Места. Оружейный магазин. Выбрать место. Все, сейчас поедем в оружейный магазин. Здесь, кстати, если проходишь задание и в городе что-то ломаешь, то у тебя потом минус рейтинг или еще что-то там. Короче, лучше всего проходить игру, ничего не ломать, никого не давить. Быть законопослушным гражданином, короче. Не врезаться, машину не ломать. Ух! Давайте так. Жалко, что внутри машины нету вида. Ну, потому что надо было прорисовать там внутри все. Мы отсюда видим чуть-чуть, но... Там, конечно, прорисовка такая бедненькая, скудненькая. Кстати, в меню игры я нашел коллекцию автомобилей. Они, короче, открываются, я так понимаю, время от времени за какие-то заслуги. Так, вот. Оружейный магазин, 1036. Central Guns. We sell ammo. Мы продаем патроны. Че, поехали? Зайдем. В двери с золотыми ручками можно войти. Окей. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for 357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No. I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Сейчас посмотрим. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Подожди, а как тут можно? Ага. 25. Вот это же 27. А это 22, что ли? 14, 14, 14. 22. Так, 27. Вот, 27. Никель из грецкого. Нет, это не то. Где еще у нас было 27? Вот еще 27. Давайте посмотрим. Да, вот оно. Эрон Шредер. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Oh, 46-го. Короче, понятно. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Окей, поехали к нему теперь. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. The heck? Места. Квартира Шредера. Поехали. Недалеко вроде. Ты
wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. We really are full of them. А, нам надо на мост вот этот. Ух. Keep it straight. What's so goddamn hard about that? А какой-то кнопкой совет попросить напарника, я не помню, куда ехать, типа. Сейчас посмотрим настройки. Настройки управления, клавиатура, игровой контроллер, скорость мыши, клавиатура. Что там у нас? Бег. Shift, ходьба, бег, показать напарника, взаимодействовать, положить улику, прицелиться, встать, приговорить, вернуться, перезарядить. Так, общее войти, режим камеры, пропустить, оглянуться, использовать карта, костюмы, это руль, ручной, звуковой, спросить дорогу, F, окей. Поехали, сейчас спросим дорогу его. Turn left here. Take the next left. Раньше же GPS-а не было навигаторов, вот и приходится спрашивать у напарника, как ехать. Go straight through. Чё, красиво тут. Движок уровня... На самом деле это и есть движок GTA 4, только немножко измененный, доработанный. Вначале вышла GTA 4, чуть позже LA Noir. Не помню, через сколько лет он вышел, но... Движок доработанный от GTA 4. Ок, уже близко. Живет он вот здесь. Нет, чуть дальше. Квартира Шредера, 1101. Чё, поехали? Где у него вход? Вот этот вход или... Да, больше нету, там закрыто, там магазинчик был. Двери с золотистыми ручками, можно войти, окей. Осмотрите почтовый ящик, чтобы узнать номер квартиры подозреваемого. Как у нас там? Шредер, apartment 2. Шредер, номер 2. Окей. Пойдем в квартиру номер 2. Ничего не видно здесь, фонарика у нас нету. Так, что там у нас за номер? Не вижу, если честно. Вот он, второй. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Опа. You ready, tough guy? А, такая же боевка, как в GTA 4. Правой кнопкой наводишь, и левой просто бьешь. Пробелом блокировка. Ну все, попался. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Парню повезло, он застал меня врасплох. Пригляди за ним, Ральф, а я пока осмотрюсь. Ну что, давайте посмотрим, что у нас тут на столе. Еда какая-то. Так, подушечка, цветочек. Живет он вот здесь. Чуть не убрано ничего. Какие-то окурки. Так, что у нас тут? Так,
Не думаю, что это надо. А вот что у нас с окурков? Давайте посмотрим окурки. Так, что... Маловероятно, Коул. Так, окурки нам не нужны. Мы не нашли никаких окурков больше, так что... Нам это не надо. Опа, какой-то журнальчик. Ну что, давайте посмотрим, что за журнальчик. Он мне сразу подсказывает, что с делом это никак не связано. Окей. Так, посуду он что-то не особо моет. Очень много всего грязного. Мусора много. Что у нас в холодильнике? Ага, яблочко, да? Яблочко. Что с яблочком? Яблочко нам не нужно. Что-то готовится. Ладно, тут ничего нету. Давайте посмотрим, что у него здесь. Какая-то книжечка есть. Что у нас тут? Так. Арти Розенберг, Сомерс, Фрэнк, Росси, Каплан. В общем, кто какого числа у него деньги одолжил, скорее всего, это должники его, я так понимаю. Долбить, ну, понятно, Фредди, Флойд. Но мы не знаем, по-моему, имени того, которого он убил, чувака. Хотя нет, мы знаем. Я просто забыл. Names in a series of numbers. Floyd. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation, or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner, and leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247. Позвонили в полицию, доложили. Какой-то поезд. Приезжают какие-то ребята у нас. В том числе наш главный герой, я так понял. Один из них. Или это все-таки не то это? Надо смотреть на лица, я особо не запомню. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Понятно. Понятненько. Не пошли они на войну. Вооружен и очень опасен. Следующее дело. All units at 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised suspects are armed. Okay. Они вооружены. Надо быть готовым. Так. Поехали. Вот уже не ночь, уже красивая графика видна.
более-менее. Так, здесь мы не проедем, повернем чуть дальше. Так, куда здесь? Направо, налево? Ага. Пора сваливать. Опа! Вот это да. Нажмите, чтобы достать оружие из багажника. У нас всегда оружие, значит, там. На! Готов. Так. Окей, мы не знаем, сколько здесь. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Готов. Еще один. Сейчас я жду его, мы его убьем. На. Че, еще кто-то жив? Это тупое ограбление. Все подохнут. Зря они так. I think we got him, Cole. Should be all clear. Вроде да, справились. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either gonna end up dead or wearing a citation. So I guess it's okay, Ralph. You did well in there. Glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. Я только забыл, как нашего главного героя зовут. Напарника Ральфа, как нас? Так, снова к это воспоминание с прошлого. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. Так, это мы? I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future. Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming Cole, of fame and Cole, glory, мы, наверное, Cole нас зовут. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know that bomb. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourself. Так, надо его поймать. Why you? Watch it! He's hiding in the alley! Ух. Подозреваемые отмечены на карте. Окей. Так, а что там за тачка? Это за ним? А нет, это за ним, все правильно. Это полиция. Я думал, это его сообщник. Куда ты лезешь? Ужасное управление. Ужасное управление. Здесь надо просто тупо вверх жать и все. Ничего больше делать не надо. А где он? А, он здесь. Я немножко затормозил, потому что управление просто вверх надо жать. А я хотел еще бегать, но здесь все сделано по-нубски как-то. Так, а как он перепрыгнул туда? Ну, а чё как? Подойти к лестнице, окей. Небольшая тренировочка такая. Подозреваемый скрылся. Ну ладно, сейчас перепройдем. Wendell Bowers!
теперь я знаю просто, как управление нормально делать. Здесь даже прыгать ничего не надо нажимать. Просто вот бежишь и все. Эта игра просто не сделана. Это не главное в ней, как бы. В GTA можно там нажать прыгнуть, а здесь все на автомате. Потому что самая тема в игре — это улики, расследование, вот это. А все погони — это так. Вот я сейчас V жму, то есть W. Все, ничего не надо больше ничего делать. А я нажимал вправо, еще что-то, и он поэтому глючил. Ну и все. Ну так, без вариантов, мы сейчас догоним его. Вот сейчас можно за ногу на самом деле цепануть его. Странно, что он не сделал это. Я довольно-таки быстро сейчас бежал, максимально близко. Так, а как он здесь? Дай-ка я посмотрю. А, он вот здесь прям. А, окей. Да, в прошлый раз я столько времени потерял. Так, куда он тут? Опа! Похоже, здесь никого кроме нас нету. Ну окей, давай. На, давай, давай. Опа. Хоп, 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 хоп. И, ну. Кьюб... А, в захват? Опа, буква Q еще дает что-то. Все. Как дела, Вендел? You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. Cole. You run track in high school? Отлично. Небольшое обучение идет. Эти дела все маленькие. На один раз. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Так, покупатель, будь осторожен. Buyer, beware. There's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Обыскать место преступления. Everybody stay back. Let us do our job. We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Can I help you, sir? Давайте у нее спросим. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Do you know killer? You know the victim? Victim. He was my boss. Mm-hmm. Okay. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Так, показания свидетелей. Изучить лики.
Так а что делать? Вопросы приведены справа. А, это типа еще первый раз показывают. I was in a store when Mr. Gage, my boss, burst in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Если вам кажется, что свидетель лжет, вы можете доказать это доказать, выберите ложь. Нажмите 3, чтобы винить свидетеля во лжи. Глаза бегают в разные стороны. Сомнение. Вопрос неправильный. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Не знаю, мне показалось, что ложь, но вместо ложи я нажал сомнение, и из-за этого все неправильно. Что у нас тут? I doubt it. Сомнительно. Так, что у нас здесь? Сюда можно? Ладно, а может быть с ней еще раз поговорить? Журнальчики какие-то. Нельзя посмотреть журнальчик. Вот какая-то газетка интересная. Нет, не нажимается ничего. Чё, можно с ней? Все, походу. Запорол я дело. Тут один вопрос был. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Смотрите голову и руки жертвы. Окей. Чали голову. Ничего я не нашел, честно говоря. Что у нас в руке тут может быть? Рука как рука. Так, окей. Там есть еще вторая рука. Что там со второй рукой? Так, а что здесь? Так, используйте, чтобы выбрать часть тела. Ничего нету, окей. Что еще можно посмотреть? Так, так, так. Здесь мы посмотрели, что здесь. Так, что это? Банк Америки, Банков Америка. Имя Галетта. Серьги с жемчужиной. Цена $52. Налог всего $52. Ага, то есть он ей серьги купил, что ли? Или он... Галетта. Дата, номер квитанции. Мартин, Мартин, Мартин. Гаглиард. 1119. Окей. Тыка. Здесь, 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 здесь. Окей. Тщательно прочерствуйте местность на предмет улик. Окей, больше я улик не вижу, если честно. Может быть, я с ней еще поговорю теперь после этого. Нет, не увидел ничего. Окей. Пойду тогда к напарнику. А это кто такие? Обычные люди, да?
Так, ну что еще делать-то можно? А это кто? Может, она что-то знает? Officer, please, tell me what's going on. Some of us have work to do, buddy. Так, а что у нас задания какие? Интуиция, задачи. Задачи. Обыскать место, окей. Интуиция. Так, ничего нет. Улика, места. Магазин обуви, ничего у нас больше нет. Улики. Перестрелка. Нет улик никаких. Люди. Показания она не даст, потому что я запорол все. Хоть сначала начинаю. Надо было просто ложь написать все. Перестрелка. Я что-то не нашел, походу. Надо еще раз посмотреть. Я что-то здесь не нашел у него. Так, ну тут вроде ничего нету. Окей. Что у нас здесь? Он почему-то не хочет брать, потому что все в крови, да? А вот здесь он хотел. Так, ну это рука, это понятно. Тут ничего не было с рукой. Рука как рука, ничего нет. Это не улика. Вот здесь. Что мы можем сделать с этой ерундой? Квитанция на товар. Надо было до конца. Банк Аркадии. Да, это даже не Банк Америки, а Банк Аркадии, да? Чтобы их не засудили. На самом деле это Банк Америки. Банк оф Америка в Штатах. Самый популярный банк. Amount balance, 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 balance. Так, ну вот, мы нашли теперь это. Это все, что мне надо было тогда найти, и тогда было бы что-то новенькое. Так, что мы можем теперь делать? Может быть, место появилось? Или мы можем что-то спросить? Нет. Улики. Хорошо, квитанция на товар. Чек на серьги выдан банком Аркадии на имя Калетта. Можно ее спросить, скорее всего, теперь насчет этой квитанции. Поехали. Нет, она не хочет говорить. Так, а вот тут можно с этой стороны что-то еще посмотреть. Не, походу ничего нет. Книжки. Он ничего не хочет брать. Как бы обувь и обувь. Здесь была какая-то обувь, кто-то мерил. Не знаю, может быть, еще раз посмотреть? Ну ладно. Не хочет он проверять эту улику. Ну что, тут какая-то книжка есть? О, точно, записи какие-то. Давайте. Так открой, что ты. Не все объекты имеют отношение к расследованию. Ну, окей. Мне показалось, что это то, что надо. Что это то, что мне надо. Так, ну и все тут у нас, что радио. Ну, а здесь обувь и все.
Так, у нас, может быть, появилось новое место? Хотя нет, я ж проверил, нету места нового. Так, может быть, у этих поспрашивать? А, вот подсказка, что-то здесь. А, гильзы, я их не видел почему-то, реально не видел. Окей. Нашли. Нашли гильзы. Так, ну что, может быть, у нас что-то появилось теперь? А, все, оно обведено, значит... А, нет. Гильзы. 32-й калибр. Квитанция на товар. 42, а этой сколько? 27. Интуиция. Задача. Так, ну что-то, я не могу ничего найти. Тут, наверное, еще где-то улика какая-то. Я что-то туплю, здесь, наверное, что-то легкое. Хорошо. Может быть, его стреляли с другой стороны? Отсюда. О! Оружие! Нифига себе! Оружие прямо здесь. FN Browning. I need to run by a gun store. Ну окей. We have the murder weapon, but no murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We can trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Как долго я это оружие искал-то? Оказывается, все здесь, снаружи, не внутри. Так, где там у нас места? Едем в оружейный магазин Илкса. Продажа оружия и припасов. Выбрать место. Развернемся. Ой. Давай, едь. Как все ломается быстро в игре.
Поехали. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Ух. Кстати, такси очень красивые, машинки такие ездят здесь. А нам вот сюда. Только где? Ликвид, это ликерка. Здесь что ли? Eagle Sons. Оружейный магазин Иглсона. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? F.N. Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callow. Edgar Callow. Edgar Callow. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. And he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Hartfield. Ювелирный магазин. Бродвей. Thanks for your help. Окей. Поехали. Ювелирный магазин. Владелец ювелирного работает подозреваемый. Окей. Тут еще улицы подписаны: Спринг, Мейн Стрит, Лос-Анджелес, Бродвей. Каждая улица подписана. Классно сделана игра. Она такая расслабляющая. Не спеша едешь. Ювелирный магазин. Hartfield. Ну, уже люди есть там, посетители. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Мне кажется, он не придет. Son of a bitch! Go, Cole, go! А, это и есть он, окей. Зачем убегать, если все равно найдут? Красиво здесь сделано. Смотрите, как все красиво. Готово. Люди смотрят спокойно, газетку читают тут. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Мне нравится мимика лиц в этой игре. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve, the one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs. The might have beens, the half leads, and the half truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from.
But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Так, сейчас будет самый первый допрос у нас по-нормальному в игре. Ну, это как обучение, наверное, будет еще. Потому что это еще не серьезно. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Так, перестрелка. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Вот смотрите на его глаза. Он нервничает. Ложь. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Доказательства нужны, окей. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing. Религиозный what мотив. Call when it suits them. Давайте смотрим. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Cullen. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Cullen. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Cullen? I don't know what you're talking about. Ложь. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Ага, квитанция на товар. I'm done. Ух. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Я, блин, опять лоханулся. Не знаю почему, а что надо было нажать? You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Так, продолжаем. Нам нужно признание, короче. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Так, мы начинаем заново. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Так, ну тут все было правильно. Жмем ложь. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Отремонтировано. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebuchadnezzar will recall when it suits them. Религиозный мотив. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Cullen. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Cullen. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Cullen? I don't know what you're talking about. You're lying, Cullen. I think
You lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. Так, а вот что сейчас выбрать? Перестрелка. Чек на серьги. Не подошел. Гильзы. Да что ж такое? Что ж выбирать-то? Религиозный мотив надо было выбирать. Сейчас, это следующая попытка. Я думаю, быстренько пропущу сейчас. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Ну, это как тренировка, поэтому именно вот так вот он говорит, снова возвращайся. Если бы это не было тренировкой... Так, а как можно пропускать? А, нашел как. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. Внимательно следить за подозреваемым. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ну тут начало все правильно. Давайте открыть блокнот. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Так, он говорит, что типа его украли. Мы говорим, что не так давно ты ремонтировал его. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Хорошо, религиозный мотив. Будем смотреть на его глаза сейчас. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Так, смотрим на него. Ну, смотрит по сторонам. Ну, ложь, ну понятно. А что если использовать интуицию? Что это? Ладно, не буду использовать. Давайте. Ложь. Lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. Ну, религиозный мотив давайте. Что это? I'm done with you. Да что такое? И правильный вопрос. Так что спрашивать? Перестрелку? Перестрелку я уже спрашиваю. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. Как пропустить, не могу понять. Store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Надо просто правильный вопрос там нажать. Гильзы я там все нажимал уже. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box. Блин, долго, нельзя пропустить каждый раз вот так. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Так, вопросы. Давайте посмотрим, понаблюдаем за ним. Let's change the subject.
You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. Смотрите, квитанцию я нажимал, перестрелку мы нажимали, гильзы мы нажимали. Да что, как тут пройти? Может быть, я просто тогда не то нажал, что ли? Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! Ну ладно, это как тренировочка, дальше я буду знать. Но я не знаю, почему-то подсказок никаких нету, ничего. Ну что еще там нажимать-то? Перестрелка. Я нажму, короче, подсказку. I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny? Shooting Everett Gage. I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Может быть, у меня недостаточно? Gun clean and bought a new box of ammunition. Улик? The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Так, используем. Давайте, подождите, спросим у сообщества. Сомнение. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Все, просто казалось, не ложь надо было, а сомнение нажать. То есть не там проблема была, не в вопросе. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. Все, нас повысили, я так понимаю. Два костюма нам надо купить. Отлично, я сделал это. Ну все, следующую миссию. Сейчас передохну и следующее дело раскрою чуть позже. Полиция Лос-Анджелеса, Годин. Заслужили повышение. Готовьтесь к переводу в другой отдел.
Окей. Сохранение. Водительское сиденье. Следующее дело. Ладно, продолжим чуть позже.